Digital Transformation – это название нашего департамента, но по сути это внедрение цифровых технологий в бизнес. Вместо того, чтобы носить одну бумажку по 10 людям, все это можно делать уже сидя за компьютером. Digital Transformation отвечает за то, чтобы построить этот процесс в электронном виде и иметь всю эту информацию в одном месте. Scalable Agile Framework – это методология управления крупными проектами, которая на данный момент наиболее распространена среди компаний среднего и большого размера. И наш клиент всячески ее продвигает последние 2 года, и, соответственно, мы точно так же проходим тренинги и участвуем в этом процессе. Основной задачей нашего департамента является разработка для нашего кастомера PLM-системы и всячески поддерживать его процессы при разработке, саппорте и апгрейде этой системы. PLM-система является достаточно большой платформой, на которой каждому найдется свое место. Но если мы говорим о тех людях, кому будет комфортно у нас, то это те, кто ценит стабильность и долгосрочные трудовые отношения. В моей работе мне больше всего нравится моя команда, тот продукт, над которым мы работаем. Самые люди, за которыми приходится работать. Компания с хорошей репутацией, у нее много играющих проектов. Ты можешь прийти на один проект, потом, если тебе не понравится, перейти на другой проект. В работе мне больше всего нравится свобода действий. Я очень рад тому, что нас не ограничивают в подходах к работе. Со стороны IMC Bridge создаются вот эти вот условия, как в заповеднике, для того, чтобы все зубры и все остальные там редкие и интересные животные могли существовать в комфорте. Я думаю, наверное, динамичный какой-то рост и развитие, в принципе, проекта. Комфортная остановка в коллективе, чему, собственно, сопутствуют все, даже директор особенно сопутствует. У него очень сложная работа, ему нужно выяснить, как у всех здоровье, дети, настроение. Он менеджер, по счастью, каждого у нас в департаменте. Просто все условия для того, чтобы становиться лучше и делать мир вокруг себя лучше. Наверное, я бы сказал, что на правильном пути, нужно расти дальше. Ця компанія дала мені можливість для старту. Людям комфортно здесь работать, им нравятся проекты. Молодцы. Спасибо. Нет, ну серьезная работа. У мене мало бути демо сайта. Буквально за 5 хвилин до цього демо я пішов випити чаю і забув заблокувати свій ноутбук. І повернувшись, я побачив, що весь сайт, який я мав демонструвати директорам, піар-менеджменту, весь в фотографіях Ніколаса Кейджа. Це був дійсно шок для мене. Я швидко знайшов, чому це, що це додатковий плагін, але досі за 5 років я не знайшов, хто це зробив. Команда у нас суперська, класна, достатньо дружна. Як попала ще у команду, коли у нас була фактически 4 человека QA, она разрослась уже до почти 50. Команда у меня замечательная, все профессионалы, молодцы. Очень дружная, команда очень сильная. Я очень люблю свою команду, в первую очередь за то, что она молодая и амбициозная. Они милахи. Мне кажется, что этот проект достаточно хорошо подходит для тех, кто начинает свою карьеру и готов расти через достаточно трудные условия. Команда этим пользуется, и многие на моих глазах за последнее время достаточно сильно выросли, меня это очень радует. И вообще, у меня самые лучшие ребята и девчонки. Возможности. Забота. Дружная команда. Технологии. Открытость. Динамичность. Я бы сказал, светло. Интерес, уверенность и хороший кофе. Веселая, дружная семья. Это то место, где то, к чему ты стремился, осуществляется. Я считаю, что это то, что должно быть, и это успех.
Это компания с большими возможностями, но духом стартапа. Приходите в AMC Bridge, все увидите.